сегодня мы пришли в центральный детский мир на Лубянке. Только теперь не в Китсбург, а ну просто за игрушками. Мы только что зашли в центральный детский мир. Сейчас идем в раздевалку. Здесь такая прикольная избушка. Давайте мне зайдем. Ух ты! Интересно, куда эта сетка ведет? Еще есть дом Мишки. Вот это город скинзел, и вот зал. Я уже про это видео, кстати, снимала. Что у нас любит? А где? Глазки сделала? Стегает. Вот, если заебить комочек. Кто такой прикольный человечек из меня? Я рабочий смены сниму. Вот как это и будет. Тут еще такой город. Все полностью из Лего. Все. А это, видишь, колокольчик. Сейчас. Ну, смотрите, какая гора. Вон еще краны из Лего. И даже поезд из Лего. А вон даже мельница. Крутилась только что. О, еще вон едут машины. О, поезд поехал. Ничего себе, Лего ездит. Прикол, прикол. Здесь еще можно, ну, делать из Лего свои фигурки.
запустили. И вон даже машина. Да, это что такое вот это? Они как-то там опускаются, и отсюда выезжают. Ну там, видишь, комнаты? Комнаты. И все светится прикольно. И даже антенна вон. Разные зверы. И вот этот сундук весь золото. И такой пират. Замечательно. Идем дальше. Кстати, это все отдел Лего. Там подписано. И тут еще такой жираф. Давайте зайдем в My Little Pony. Кстати, там еще мультики My Little Pony вам показывают.
Тут еще разные пони. А тут экипаж запрыгивает из торчика. Это, наверное, вот так закрыть крышкой. А вот вставлять, кажется, шарики. И чем больше шариков, наверное, тогда она выглядит. Чем больше. Какая красивая. О, вон, свинка летает. И вон самолетик летает. Вот у меня так же будет дома летать летающая корова. Такая, так же будет летать летающая корова. Вот зайди. Я скажу.